Всем привет, и восьмая часть, краткое резюме по всем этим НКОшкам, выявление, в общем-то, общих факторов, как уже говорилось, я сам принимал в этом всем участие, и теперь провожу работу над ошибками. То, что подписал данные, я попросил исключить, и надеюсь, что они будут исключены. И сейчас попросту вот докажем несколько простых вещей. Общество не открытое, а секретное. Почему? А потому, что открыто обсуждать текущие вопросы отказываются. Значит, секрет. Активные члены не нужны, они сразу выкидываются. Значит, нужны пассивные члены, активно прикрытые международным правом. Какое-то жутковатое сообщество получается, неприемлемое для славянина. Так кем рулят? Рулят членами и не членами, обманутыми и не обманутыми. И также теми, кто хочет правды, но не находит ее здесь. А кто создает карманников? Обитатели без совести. Цель – хапнуть по-быстрой. Ну, на что зубов хватит. Остатки доверия еще можно в грязь лжи втоптать. Это уже по ходу будет. А большего и не надо. А ведь так ладно все начиналось, да, скажут некоторые. А как вопросы появились, вампиры сразу нам открылись. Успели их мы разгадать, они хотят нас всех сожрать. Продолжение будет по фактам. Думаем сами, делаем выводы, не даем себя обманывать, просыпаемся. Нижнее Амурье наше.